Всем привет! Меня зовут Ольга. Я вас приветствую на своем канале «Красота и бисер». Большое спасибо тем, кто уже подписан на мой канал, и приглашаю подписаться новичков и гостей канала. Сегодня я вам покажу плетение браслета по схеме цепочки. Я сплела их в двух контрастных цветах. Мне понравилась схема плетения и сочетание цветов, поэтому кому интересно, присоединяйтесь, приступим к выполнению плетения этих браслетов. Начинаем плетение с черненького браслета. Для этого нам понадобится набрать 6 бисерин. Первую мы бисерину закрепляем двумя стежками для того, чтобы не двигалось плетение. Вот так, раз и два, и набираем остальные 5 бисерин. Вот, набрали 6 бисерин. Теперь нам нужно 2 откинуть, 2 средние бисерины. Мы возвращаемся иглой назад в 2 по направлению плетения и подтягиваем это плетение. Получается вот такой вид. Теперь мы набираем одну красненькую бисеринку и проходим иглой назад в бисерину, из которой выходит нить, и проходим 3 бисерины вот таким вот образом. Теперь мы снова набираем красненькую бисерину и проходим в эти 2, которые у нас перевернулись под низом, вперед в направлении плетения. Вот у нас получается вот такой вид. Теперь снова набираем 4 черных бисерины. Набрали 4 бисерины. С этими 2, которые у нас уже есть в плетении, получается 6, как изначально. И мы теперь также в 2 возвращаемся назад и проводим иглу в сторону нашего плетения. И получается вот так вот. И снова набираем красненькую бисерину. Проходим иглой через 3 бисерины, прокалывая первую бисерину, из которой выходит нить. Так, и протягиваем это все. И берем красную бисерину и проходим в 2 бисерины, которые у нас оказались перевернутыми внизу. Вот таким образом. Подтягиваем, и получается у нас вот такое плетение. И таким же шагом идем до необходимой длины. В итоге у нас получается вот такой вот прекрасный браслет. Прекрасно. Для закрепления схемы плетения мы сейчас сделаем еще браслет красный с черным. Таким же образом. И вы запомните этот шаг. Значит, набираем 6 бисерин. Первую бисерину мы, как обычно, фиксируем 2 стежками. Набираем 6 штук. Одна уже у нас есть, значит, нам нужно набрать еще 5. Теперь также откидываем 2. В 2 средних возвращаемся иглой. Вот таким образом. Подтягиваем это все. Набираем черную бисеринку, черную, и иглой возвращаемся в бисерину, из которой выходит нить, и проходим 3 бисерины. Дальше мы набираем черненькую бисеринку и проходим в эти 2. Набираем 4 красных,
набрали 4 красных. В итоге у нас получается 6 красных, как изначально мы набирали. Дальше мы в ходе плетения будем все время набирать по 4. И в 2 возвращаемся по направлению плетения. Подтягиваем хорошо. Берем черненькую бисеринку. Возвращаемся в бисерину, из которой выходит игла. Видите? И проходим 3 бисерины. Подтягиваем. Набираем снова черненькую бисерину. И проходим в 2, которые перевернулись и у нас внизу. И подтягиваем плетение. Получается вот такое плетение. Красное с черным тоже очень красиво. И в итоге у нас получается тоже вот такой же красивый браслетик. Только основным цветом является красным, а отделкой черные бисерины. В конце я набрала по 5 бисерин, вернулась назад в черненькую и сделала по петельке для прикрепления кольца и карабина. Браслетик готов.